шли с котом по тропочке, по наезженной. Думала, к дороге выйдем, а хрен вам. А я не помню, как тут куда идти, чтобы на дорогу выйти. Я даже фотик-то с собой не взяла, только, блин, телефон. Там у Наисты. А тут мой кот, который усиленно не хотел оставаться один на территории. Чуть попёрся со мной. Соседи обозвали, как это, как собачка. Тиша. Собачка Тиша. А вот в упряжке он не хотел ходить в прошлый раз. Такие дела. Буханочка. Третий раз я его вижу. Третий день, можно сказать. А это ему остатки еды кошачьей, которую он вчера съел частично. А сегодня что-то, видать, еще не успел. Поближе поставила, но он бежит. Буханочка. Ты, конечно, не понимаешь, что ты буханочка. Соседи на баняне играют, развлекаются. Ладно, может, сам найдет еду. Дымарь. Родственники его оставили на траве, ибо один из ульев был злобный. Вообще-то теперь пчеловодная сарайка, но раньше-то была дедушкина мастерская. Часть видосов снимается на телефон. Будет или кучка коротеньких видосов, или я их все-таки попытаюсь смонтировать. Вчера выдирая крапиву, дабы сделать себе дорожку вглубь огорода, я нашла один орех. Может быть, здесь их есть и не один. В сентябре видно будет. Тень меня. Только при свете дня шарахается. Небывалое дело. Я тут пошла картошку делать себе, ибо поеду по посланию в родовую деревню дедушки на ее конец за яйцами покупать себе и тому парню, точнее себе и родственникам по их же инициативе. А тут буханочка бежит. Буханочка. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ути, блин. А не застрянешь тут, ёжик? И подрапаляу. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И главное, за ним никто не гонится. Сам подрапалял. Ну тут-то, может, уже и не видно. Да и мне уже не видно. Сарай. Интересно, там животное или чего? Лучей. Может, он просто меньше стал? А точно кошка. Кошка. Или собака. Кошка, судя по... Бегущий ежик по дороге. По ходу дела, это даже не наш ежик. О, Герасим что-то написал в WhatsApp. Ежик.
Ёжик, я ведь специально возвращалась, чтобы тебя заснять. А ты ж такая волосатая, колючая. Взяла и удрала. Ладно, на чужом велике на одной руке ехать неудобно. Вот вам немножко ёжика, 30 секунд целых. Лап дрожит. Я спустился.